вода и камень. Об этом будешь долго помнить, когда сумеешь осознать, твой путь лежал в каменоломне, была ли в этом благодать? В том месте, где крошится камень, пара, и встретились, как под венец, опора твердости и пламень, как материал и как творец. Была ли в этом благодать? 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 Так знай, не все тебе подвластно, когда ты только ученик, и, может быть, дробил напрасно ты этот камень напрямик. Есть инструменты, что средь прочих пара, вернее, действуют всегда. Вода по капле камень точит, но для воды нужны века. Была ли в этом благодать? 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 Вода течет, но не ломает, она находит путь всегда, и, огибая, подмывает свои препятствия вода. Но ты хотел все сделать сразу, па-па-па, и руки сбил по локоть в кровь, и потому ты был наказан и потерял свою любовь. Была ли в этом благодать? Пара, была ли в этом благодать? Была ли в этом благодать? Была ли в этом благодать? И неподъемен был тот камень, хотя, по сути, ты был прав, но он под тяжести веками сам превращался в тлен и в прах. Об этом будешь долго помнить, па-па-па, когда сумеешь осознать, твой путь лежал в каменоломне, была ли в этом благодать? Была ли в этом благодать? Была ли в этом благодать? Та-та-та, была ли в этом благодать? Была ли в этом благодать?